Студенты-волонтеры в индонезийском городе Депок 4 раза в неделю садятся на мотоциклы и развозят бесплатную еду нуждающимся. В основном это рикши, курьеры и сборщики отходов. Во время эпидемии им трудно зарабатывать на жизнь. Я очень благодарен им за эту еду и молюсь за них. В группу волонтеров входит 15 студентов. Они собирают пожертвования через социальные сети или дают деньги сами. Эти средства идут на приготовление еды. Для нас настало время действовать. Конечно, наше движение пока небольшое и не очень эффективное, но каким бы оно ни было, все равно кому-то помогает. Обеды готовит Лукманул. Искусству кулинарии научился у мамы, которая работает в сфере общественного питания. Волонтер присоединился к проекту из-за сочувствия к пострадавшим людям. С этим ничего не поделаешь, но по меньшей мере мы можем накормить их раз в день. Мы стараемся обеспечить их обедами, чтобы они хотя бы засыпали сытыми. За день студенты собирают примерно $10 США. Один раз им удалось собрать более $30. В хороший день получается приготовить еду для 50 человек. Волонтеры развозят ее ближе к вечеру. С середины марта группа раздала 660 бесплатных обедов. Она надеется и дальше развивать проект.